В детском парке на улице Сосина сотрудники Центра развития культуры и искусства провели для маленьких гостей игры с воздушными шарами в рамках программы «Задорная среда». В чем суть вообще самого мероприятия? То, что это совместное проведение детей и родителей в парках культуры и отдыха, где дети могут поиграть, а родители могут посидеть, отдохнуть. У нас не только игровые программы, у нас еще есть спектакли, есть еще какие-то концертные программы. То есть это как вот для общего развития, это очень полезно детям. Программа «Задорная среда» проходит в рамках проекта «Лето в городе, лето в парке». Мероприятия направлены на оздоровление и развитие детей и популяризацию полезного отдыха. Авторы программы в доступной форме рассказывают об окружающем мире, народных традициях, спорте и других темах. Совместно нашей большой компании, дружной вот, парков, Центра развития культуры и искусства, решили, что в каждую среду и каждую пятницу будет интересно детям проводить семейный отдых вместе с родителями. Это еще и вот такая развлекательная и носящая в себе еще и образовательный характер. Дети вместе с ведущими поучаствовали в развивающих командных играх и получили в подарок воздушные шары. По замыслу организаторов, такие встречи научат детей верно воспринимать окружающий мир и интересоваться им. Чтобы дети быстрее запомнили, их надо не просто им вложить это рассказать, а еще и с игровым моментом, потому что главная форма для детей – это игра. Через игру они больше познают мир, интереснее это для них. Центр развития культуры и искусства Сарова также проводит развлекательные и музыкальные мероприятия на других площадках города. В течение июля в парке имени Зернова пройдут творческие и праздничные программы, показы фильмов под открытым небом и музыкальные встречи. А программа «Задорная среда» продолжит проходить в детском парке до конца лета.